Настал тот день, друзья, будем с вами солить селедку, точнее не солить, а мариновать. Начнем мы не с селедки, а с рассола, точнее с маринада, потому что будет у нас использоваться уксус. Добавляем в чашку в любую 3 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара обыкновенного. Вот это основа, а дальше по вкусу можно добавлять перец, лаврушку, любые ваши любимые специи. Что добавим мы сейчас вам и покажем. Я все подпишу, Ольге говорю, все подпишу, что это такое. Еще сюда мы добавим ложечку зернистой горчицы, можно, кстати, в зернах. И все заливаем литром кипятка. Сюда же ложку уксуса 70%. И все перемешиваем. Такой бульон получился, суп аромат. Суп сварилась. Да. Друзья, важно дать этому маринаду полностью остыть. Ну, или хотя бы, чтобы он так чуть тепленький был, а то селедка у нас сварится. Так. Пока, друзья, ждем. Я нарежу лук и нарежу селедку. Лука 4 штучки, селедки тоже 4 штучки. Все, нарезали. Чередуем слои, прослаиваем луком. Все так хорошенечко утрамбовываем. Так, все, заливаем полностью. Остывшим рассолом, маринадом. Маринадом. Все. В таком виде в холодильник на ночь и будет готово. Рассол помутнеет, это норм. Так, все, прошла у нас ночь. Вот такая вот чудесная селедушка получилась. Сейчас будем пробовать. Вкусно, друзья, за уши не оттащишь, не оторвешь никого вообще. Кто так говорит, что за уши? Как кто? Кто все говорят, кто селедку такую пробует, так все говорят. Вкусно, пробуйте.